эмоции, которых просто невозможно выразить. Просто очень крутой фильм. Дуже сподобався вот здесь наш украинский фильм. Вот мозг включился и куда-то вот туда вот. Мне сподобалось то, что поєднали историю и какие-то фантастичные моменты. Нереально крутий фильм. И про Карпаты, и про Украину, про стародавние часы Украины. Очень все весело, фантастично. Мне очень понравилось. Я бы хотела вообще раз подивиться. Да, фильм очень классный, очень красочный. И самое прикольное то, что он наш украинский. Мне понравился девочка и мальчик. А мне и великан. Олешко. Потому что он запальный хлопец. Богатырь. Был очень храбрый, несколько хороших поступков было. Я думаю, вы угадаете. Это Олешко? Олешко. Девочки не агресивные. Но я думаю, что мальчик. Я думаю, что это девчонка, потому что доказательств, что это хлопчик, не было. Я думала, что мальчик. Это оно, это не, и не то, и не то. Если бы он мог исполнять мечты, я бы хотела жить в большом замке. Я бы загадала, чтобы завжди был мир. Чтобы все люди были добры. И чтобы не было зла на планете, не было войн. Чтобы все были дуже счастливы. Я бы загадала, чтобы никого не было війн. Чтобы наша Украина процветала. Саме завдяки такому фільму є така можливість, і щоб про нас говорили гучно і казали, що це, ага, цей фільм, це український фільм, так, це українці зняли.